Руководитель Одинцовского пункта гуманитарной помощи для жителей Донбасса Екатерина Скорикова прибыла в составе делегации в Донецк с гуманитарной миссией, целью которой стал сбор около 3500 наборов для школьников и вручение их к началу учебного года. Из Подмосковья приехали две фуры с самыми необходимыми вещами. Это вклад неравнодушных жителей региона в рамках акции «Доброе дело». Вместе с делегацией Екатерина Скорикова объехала весь Тельмановский район, чтобы у каждого ребенка была возможность пойти в школу со всеми необходимыми принадлежностями. При этом в ходе поездки волонтеры столкнулись с еще одной проблемой жителей – отсутствием питьевой воды. За ней выстраиваются огромные очереди. Подмосковная делегация организовала подвоз воды для местных жителей.